с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому... Остановка гостевой команды. 4-4-2 не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. А мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому... Остановка гостевой команды. 4-4-2 не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. А мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому... Остановка гостевой команды. 4-4-2 не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Флоренцо. Партнеры поддерживают эту атаку. Аут в пользу футболистов Ромы. Пастор. Будет штрафную подавать. Де Росси.